Войска уже готова исполнять свои вольные упражнения. Давайте насладимся. Молодец, Дашка. Хорошо сегодня. Сегодня намного лучше сделала вольное упражнение, чем вчера. Первая диагональ была сложная. Вот, наверное, вот это она и есть на повторе. Сделано два бланжа в доскок. Молодец, справилась со своим волнением. Готовимся выконать вильни правы. Юлия за ней сейчас будет Украина. Юлия Косиненко. Косяненко. И, Юлия Косяненко, Украина. Получается, она будет последняя среди юниорок. Как раз на этом снаряде будет потом известно, кто какой.